Всем привет, друзья! Сегодня будет очень интересное видео. Это видео заставит вас задуматься. Обязательно досмотрите его до конца. Сегодня мы поговорим о богатстве. Мы все с вами стремимся к богатству. Мы хотим быть богатыми. Но никто из вас не знает, кто такие по-настоящему богатые люди. Серьезно, вы не знаете, кто такие по-настоящему богатые люди. 90% людей не знают. Как вы думаете, сколько нужно зарабатывать, чтобы быть богатым? 10 тысяч долларов в месяц, 50 тысяч долларов в месяц, 100 тысяч долларов в месяц. Ребята, дело не в деньгах. Знаете, есть такая цитата. Есть люди, которые очень много зарабатывают, а есть по-настоящему богатые люди. Вы можете зарабатывать 100 тысяч долларов и не быть богатым. Вы просто будете много зарабатывать. Знаете, кто такие богатые люди? Это те люди, которые делают, что им хочется, когда им хочется и с кем хочется. Вот это по-настоящему богатые люди. Я приведу пример. Это когда вы можете завтра встать и сказать себе: завтра я улетаю на Мальдивы. Беру там кого захочу и лечу на Мальдивы, насколько захочу. И возвращаюсь, когда захочу. И меня ничего не волнует. Вот кто может себе такое позволить, это по-настоящему богатые люди. Но есть люди, которые работают в огромных корпорациях, которые зарабатывают по 100 тысяч долларов, и они не богаты. Они просто много зарабатывают. У них столько обязанностей, они обязаны быть на своей работе ровно там в 8 утра. Они обязаны контролировать все и вся. У них столько проблем. Они не могут себе позволить не прийти на работу. Они не могут себе позволить уехать куда-то, когда им захочется. На этих людях очень много ответственности. И да, он может приехать в свою компанию на Феррари, он может жить в дорогом доме. Но этот человек глуп. Нет, он, конечно, красавчик, да, что зарабатывает такие большие деньги. Но большинство людей попадают в ловушку. Они зарабатывают такие огромные деньги и не пользуются этими деньгами, у них нет свободы. Они покупают дорогие машины, дорогие дома, они не инвестируют. Да если ты работаешь на такой работе, молодец, я всем желаю, чтобы вы нашли такую работу. Поработай там 2 года, отложи $1 миллион и запусти свое дело, и будешь богатым. Но они продолжают работать, продолжают покупать машины, дома. И потом кризис, их увольняют. И у них нет денег, они в огромных кредитах и в долгах. Вот это ловушка, ребята. Дело не в деньгах. Если вы смотрите мой канал, вы должны мыслить шире. Основа моей философии – это счастье. Мы все это с вами делаем, зарабатываем деньги, там стараемся для того, чтобы быть счастливыми. Понимаете? А не чтобы просто много зарабатывать и не быть свободными. Мы должны быть счастливыми. Мы должны быть свободными. Только ради этого все эти деньги, понимаете? Так что по-настоящему богатые люди – это те, которые работают над собой, работают на себя, а не на других. Только так вы будете по-настоящему богаты. Запомните это. Только так вы никогда не станете богатыми. Никогда. Если только не измените свое мышление. Если только не начнете инвестировать, откладывать. Если вы не будете расти, если вы не будете стремиться к партнерским отношениям. Вы должны каждый день расти, а не все время быть на одной должности, много зарабатывать, и вы думаете, что вы станете богаты. Вы не будете богаты, вы будете просто много зарабатывать, но вы не будете счастливым человеком. А теперь перейдем к цифрам. Это для тех людей, которые думают, что они будут много зарабатывать, еще раз подчеркну, много зарабатывать, работая на кого-то. Смотрите, институт Дейла Карнеги в Австрии провел исследование. Почему в Австрии? Потому что это лидирующая страна по уровню жизни. Они собрали определенную группу людей, только тех людей, которые зарабатывают от 5000 евро в месяц, зарабатывают и зарабатывали на протяжении 20 лет. И вот собрали всех этих людей и разделили их на 2 группы. Первая группа – это наемные сотрудники, а вторая группа – это люди, у которых есть минимум 1 подчиненный и люди, у которых там 1000 подчиненных. То есть это те люди, которые условно работают на себя. И как вы думаете, сколько процентов людей, которые зарабатывают от 5000 евро в месяц, являются наемными сотрудниками? Сколько процентов, как вы думаете? 2% только смогли на протяжении 20 лет
зарабатывать от 5000 евро в месяц и являться при этом наемными рабочими. Только 2%, а остальные все работают на себя и зарабатывают такие деньги. Смотрите, люди из второй группы заинтересованы в своей работе. Они там с кем-то в партнерских отношениях, они ведут какие-то там свои проекты. Это мелкие предприниматели, у которых там один магазинчик, это владельцы крупных компаний. Это те люди, которые работают над своим продуктом и заинтересованы, чтобы этот продукт приносил пользу людям и чтобы этот продукт развивался. Люди же из первой группы просто отработали, ушли, только бы забрать деньги. Они ни в чем не заинтересованы. Так что, ребята, большие деньги только там, где свобода. Большие деньги там, где любовь к своему продукту, где заинтересованность. Только там большие деньги. Больших денег нет на работе. Понимаете? 5 лет назад, когда я был в плачевном положении, я нашел цитату в каком-то там паблике, не помню где, которая изменила мою жизнь. На работе работают, а становятся богатыми в свободное от работы время. Ну что, давайте подведем итоги. Что такое богатство? Богатство – это свобода. Задайте себе вопрос, насколько я богат? Посчитайте, на сколько процентов вы богаты. Вы можете проснуться завтра не в 8 утра или там в 7 утра, чтобы в 8 быть на работе, а вы можете проснуться там в 3 часа дня и начать работать. Вы можете работать, я не знаю, с другого города. У вас есть эта свобода или вы должны пойти на свое место в определенное время. Я сейчас вот свободен где-то, не знаю, на процентов 80, наверное. Я могу завтра проснуться, купить билеты, куда захочу и улететь. Вот это, ребята, свобода. Но я, например, не могу там остаться на 2 года. Ну, конечно же, от страны это тоже зависит, потому что есть там определенный период, да, когда я могу находиться в определенной стране. Но все же я могу взять, сорваться и куда-то улететь. Я мечтал об этом, понимаете? Я хотел быть свободным. И вы должны к этому стремиться. Мечтайте о невозможном, получите максимум. Есть такая цитата Наполеона. Вы должны мечтать, блин, о космосе. И только тогда вы будете получать максимальные результаты. Вы должны повышать свои стандарты. Объясню простым языком. Мечтайте о Бентли, получайте Тойоту. Мечтайте о Тойоте, получайте там Ланос. Мечтайте о Ланосе, ни хрена не получаете. Если вы будете смотреть ввысь, если вы будете мыслить масштабно, перед вами будут открываться такие возможности, о которых сейчас вы не можете даже мечтать. Но чтобы смотреть ввысь, нужно развиваться, нужно расти. Вы не перепрыгнете на тот уровень, нужно много читать, нужно обучаться. Нужно посещать встречи, семинары. И тогда вы будете так глобально мыслить. Я по себе сейчас замечаю. Я вот недавно сидел у себя в барбершопе, нечем было заняться. Взял книгу «Самый богатый человек в Вавилоне». Читаю главу и охреневаю. Я смотрю уже на это по-другому. Пару лет назад я этого не видел. Написано все так же, понимаете? Но я настолько расширил свое сознание, что я уже вижу другие возможности в этой книге. Я вот недавно пересмотрел отрывок из фильма «Секрет», его 5 раз смотрел. И в этот раз, блин, до меня наконец-то дошло, в чем была там фишка, блин. Я до этого не видел этого, понимаете, не видел. Я думал, блин, почему об этом в «Секрете» не говорится, а там об этом говорилось. Но я смотрел его 5 раз, я это не видел. А сейчас я это понимаю, что этот фильм — это Грааль, там есть все. Но я этого не видел, я обращал внимание просто на другое. Вы будете в себе это замечать, когда будете развиваться. Вот почему один человек прочел книгу, она ему ни хрена не дала, потому что он был на низком уровне. А другой человек прочел, просто охренел, сделал выводы, заработал там 100 тысяч долларов. Я даже вот сейчас могу включить канал Discovery, там будет идти передача про животных. Я сделаю оттуда выводы, и я чему-то научусь. Сейчас я начал учиться абсолютно у всех. Это такой дар, ты просто развиваешься, растешь, и с каждым разом выходишь на новый уровень. С каждым разом ты становишься лучше, чем ты был вчера. Ну что, ребята, на этом буду прощаться. Развивайтесь, ставьте себе высокие цели и всегда стремитесь только к самому лучшему. Огромное вам спасибо за поддержку, за просмотр.
Подписывайтесь на все мои каналы, ссылка в описании. И, конечно же, подписывайтесь на мой основной канал InStarting. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно поделитесь этим видео с друзьями. Поставьте этому видео лайк. Всех люблю, целую. Вместе стремимся к богатству. Пока!